Одним из важнейших элементов защиты дорог и прилегающих территорий от подтопления талыми дождевыми водами является система ливневой канализации города. За последние 4 года выполнена прочистка 216 километров сетей ливневой канализации, это почти 60% от общей протяженности. Работы производились не только на основных магистралях города, но и на внутриквартальных проездах в дворовых территориях, которые оборудованы сетями ливневой канализации. Работы по очистке системы ливневой канализации продолжаются. В текущем году запланировано очистить около 30 километров сетей. Также для обеспечения пропуска талых вод дорожными службами организованы работы по очистке от снега и наледи более 4500 дождеприемников. На весь период половодья устанавливается ежедневный контроль за состоянием искусственных сооружений и уровнем вод в реках. По мере необходимости будет выполнена работа по защите мостовых сооружений, которые подвергаются опасности во время половодья. Что касается прочистки ливневой канализации, вы говорите 30 километров в этом году. По нарастающим на сегодняшний момент, сколько мы удалось нам прочистить? Прошлый, позапрошлый год и того. У нас 325 километров принято на баланс. У нас почти 370 километров сетей, потому что мы принимаем сети от вновь строящихся жилых комплексов, поэтому количество ежегодно растет, сетей ливневой канализации ежегодно, мы прочищаем порядка 30 километров. И на сегодняшний день прочищено уже более 50%, точнее говоря, 58%, да, сетей ливневой канализации. Но дело в том, Мальцур Раевич, что для того, чтобы эти ливневые канализации работали в нормативном режиме, их надо каждые 4 года чистить, потому что много все-таки с дорог выносится грязи со строительных площадок, а стройка в Казани ведется активно, и поэтому они каждые 4 года засоряются как минимум на 40-50%. Эта работа проводится, на этот год тоже будет вестись и уже ведется.